Ой, омлетики, я ем рулетики. Папочка, секретики, я ем рулетики вообще-то. Омлетики, я ем рулетики. Нет, секретики, папочка, я ем рулетики, понятно? Короче, Йо. Дочка, так давно тебя не было, пойдем, папка там такой тебе подготовил. О, так, ну-ка, все, ты там не подготовил. Ну, что ты мне там? Туфельки, там, не знаю, велосипедик, ролики, самокат. А вот, сейчас тебе скажу. Так, дочка, давай садимся и погнали, быстрее, быстрее. Присаживайся, down, please. И куда? За мной, дочка, все, let's go. И гоним. Я там такое нашел. Помнишь, мы с тобой строили подводный бункер? А, да. А помнишь, да. Мы с тобой строили, где папку у тебя все копировал? Убери этот домик, сожги его. Так вот, дочка, я нашел интересный очень дом. Сейчас увидишь. Мы его даже немножко почистим и подправим. Подчистим под это. Давай, ну я бы тебе советовал взять тарантачку, ты сейчас выбежать. Нет, дочка, очень... я пешочком, я гуляю, мышцы разминают. Ты вольная гуляка, что ли? Ты вольная гуляка я, и ножки полезно разминать каждый день. Ну ладно, давай, быстренько разминаю, папка так уж и быть поедет, папка тебя будет поддерживать, но на мотике. Ребятки, кстати, вы знали, что очень полезно ходить каждый день, и минимум 8000 шагов. Ничего себе. Интересный факт от маленькой чертяки. Да. Итак, значит, смотри, вау. Что это? А что это? А что ну-ка. Это? Ну-ка. Нырнем, посмотрим. О-о-о. Понятно, бабочка, ну-ка, что ты тут думал? Короче, смотри, берем губки, иди сюда. Ты в том, я в этом. Бери. А это что? Нам лесенка? Надо сейчас это все осушить, и мы начинаем здесь строить. У нас будет замок на воде. Осушить? Я хочу сушить. Мне прям в кайф сушить. Вот, ну-ка. О, смотрите, маленькая чертяка пошла там сушить. Сейчас засушим тут все просто. А вода, ой. Она не прибавляется? Нет. Смотрите, маленькая чертяка сушит такая. Блин, по-моему, ее троллят. Слушай, ты не троллишь меня, папочка? Не, дочка, давай. Погоди. Да нет, давай суши, короче, ну. Не может такая поесть, что происходит? Давай я тебе помогу. Оп. О, смотри, кое-что уже осушилось, смотрите, друзья. Ну-ка. А, да, работает. Папочка меня не троллит на этот раз, хорошо. На этот раз, да. Но это не точно, давай. Но это не точно, если не точно, получит, ну, в общем, получит. Да. Так, ну-ка. А у меня губки закончились. Да? Ну на тебе еще 30, на. Вон там на дне тебе надо их достать. Ну замечательно, еще я на дно не плавал за губками. Так, все, вот так. Девочки, папка помогает. Когда моете посуду, тоже на дно за губками опускаетесь. Папка, смотри, помогает. Смотри, как папка все убрал. О, смотри, так красиво, как будто водопад. Смотри, вот это. Ну штука. Да, красиво, конечно. Красиво, дочка. Можно из губок и воды сделать водопад. Можно, кстати, да. Так, смотрите, друзья, мы сейчас тут все очищаем. Вот, все, очистили. Офигеть, смотри, красиво, да даже стало так. Смотри, не капает. Это губочный рай. Так, сейчас мы, короче, все, губки все очистим. Смотрите, там маленькая чертяка что-то чистит, что-то старается. Пошла. Как ты же? Папа помогает. Ну как, дочка? Как он, шикарно тебе помог? Прикольно, слушай, а что мы тут будем делать? Квартиру над водой? Да, в этом вернее, и будет. Вернее, под водой. Ну, как бы... Над водой. Ну, сложно сказать, она и на воде, и под водой. В общем, интересная концепция, смотрите. Да, давай, я хочу... Давай, ну, мы сейчас, хочу, короче... на этот раз голубую сторону. Не, ну, дочка, ты розовенькая, а я голубенькая. Это девочки, потому что, а здесь мальчики. Ну, ты голубок, конечно. Слышь ты? Так, ну все, давай, сейчас мы подготовим предметы и начнем. Так, ну чё, начинаем. А ты чё тут напялила, а, дочка? А-а-а, капец, ты чё пугаешь? Да? Конечно, ты чё вообще? Ну все, дочка, всё. Она мне нравится. Нет, о, кстати, когда ты ходишь, у него рот открывается, ну-ка, походи. О, смотри, он кого-то хавает. Ладно, снимаю, в ней душно. Да, душно. Так, ну что, дочка, давай строй. Давай, папочка. Смотри, дочка, кто к нам пришел. Ну, па, ну бери эту крышу. Ну все, она будет, короче, с нами тут жить, все, не тужить. Мы для нее домик построим. Так, папочка, у меня супер-мега идея возникла. Просто давай. Неверая. Да убери ты ее! Нет, все, дочка, она с нами, только не трогай ее. Она будет жить с нами, это, смотри, это наш будет питомец. Смотри, она как ходит классно. Блин, ну давай хотя бы не крысу, а пёсика там, не знаю, кошечку.
Нет, лучше нет, будет мышка, она интереснее. Что ты делаешь? Ну понятно. Это мини-бассейн, папочка. Ты сюда хочешь джакузи, что ли, воткнуть? Нет, это будет просто мини-бассейн, понимаешь? Вот так вот, и ты в океане. А-а-а! Только как выбраться? Сделай ступеньки, пожалуйста. Так, сейчас сделаю так. А слушай, а ты могла сразу сделать ступеньками? Смотри, сейчас покажу. Сейчас папка стайл тебе покажет. Смотри, смотри. Давай. Ой, вот так? Да, вот, я их искала и не могла найти. Ну-ка, мышка, отойди. Блин, мышка. Мышка, утопись. Ну, дочка, что это такое? Дочка! Пока, мышка. Пока, дочка. Ты просто вообще злюка, ты знала об этом? Во, спасибо, пап, ты мне отличный бассейн отгрохал. Ну, это спа. Так, здесь у нас будут лежачки. Кстати, дочка, хорошая идея. Идея. Так, папочка, знаешь что, идеи, пожалуйста, мои не использовать, свои используй. Ну это не, сейчас увидишь, там будет немножко другая. Точно? Точно. Обещаешь мне? Обещаю. Ну все, смотри у меня. Да. Только... Так, ну-ка. Папочка, я что-то вижу, что-то похожее, по-моему. Ничего. А, вот, ну ладно, все. У тебя будет джакузи горячее, а у меня прохладный бассейн. Да. Неплохо. Хорошие лежаки. Лежат. Ну и пусть лежат, не трогай. Ну да, все. У меня тоже стрики интересные лежаки лежат. О, ну-ка. Че, ну-ка? Так, ух ты, какие хорошие. В натуре класс. Папа. Не вези меня, пожалуйста, сегодня. Я немножко не в настроении-то. Нормально, дочка. Все нормально. Так, о, смотри, какая уникальная идея у меня. Так, ну-ка, какая? Дочка, тебя топят! Топят! Папа, почему меня топят? Топят, дочка. А ты что здесь сделал? Это ты сделал? Не я. Я не я, и попа не моя, да? Да. Ты что там делаешь? Окна. Неплохо. А что у тебя там вода какая-то? Не знаю, а как ее убрать? Не знаю. Да папа, ну что ты делаешь? Да я троллю тебя, маленькая тертяка. Так, ну-ка, что это? Пусть окно останется, симпатично. Интересное стеклышко так. Ну слушайте, друзья, мне нравится концепция дочки, как бы. Так, папочка, я, конечно, все понимаю, что ты немножечко это. Я бы тебе сказала. Смотрите, маленькая чертяка злится. Мне так нравится троллить маленькую чертяку, вы просто не представляете. Так, шикарно. Ну, конечно, шикарно троллим. Так, вот так вот. Оп, вот так. И вот, нет, что-то не получается. А, я поняла, в чем ошибка. Ты с кем там разговариваешь? Сама с собой. Так. Смотри, реально, как клево, получается. Тебе нравится, дочка? Мне очень она нравится, бабочка. Оп. Тебе нравится? Нет? Как я придумал. Глянь. А что ты делаешь? Что ты мои блоки разбиваешь? Папа, уйди! Ну все. Ну я троллю просто маленькую. А что ты на мою половину залезла? Я ошиблась. Мне нравится просто троллить маленькую чертяку. А что это за зонтик такой? А, вон как называется. Ну папа. Да все нормально, дочка. Не будь какашечным, пожалуйста. Так, ну-ка, какой бы мне зонтик взять? Мне кажется, подойдет вот такой. О, самое то. А что ты тут такое делаешь? Ну, у тебя, кстати, неплохо смотрится. У меня вообще неплохо. Так, такое, ну окей. Небо, песок. О-о-о, жить хорошо. Так, ребятушки, у нас здесь будет... Блин, а синих альпак нету. Блин, ладно, я розовый возьму. Ну, пап, нечестно, у тебя все в голубых тонах. Ну, это, а смотри, кстати, о, так даже красивее смотрится. Слушай, нам надо было по-другому, тебе надо было голубые вещи ставить, а мне розовые. Да не, папочка. А что так много альпак? Я тоже так хочу. А вот переходишь. Так, ладно, все, друзья, троллинг заканчивается, давайте сделаем реально что-нибудь годное. Так, вот сюда, значит, ставим кровать вот такую. Так, у меня тут просто развлекательная, тут тусовочка для детишек будет, короче. Ничего себе, что дочка там придумала. Да.
куча чё, игрушечек, чё, куча песочных замков. Так. И Пикачушу хочу поставить. Пикачуша. Пика-пика. Пика-пика-пикачу. Нифига себе, тут что маленькая тертяка пошла делать-то. О, это... песочные замки. Так, а здесь у нас будет, короче, такая как бы ваннаца. Так. Так, ты лишняя альпака, крыша отсюда. И чё там альпак выгоняешь? Ты опять крысу привел, ну па! Это не я. Да я тебе серьезно говорю, я не ставил, можешь видео потом посмотреть. Ладно, верю. Кстати, а откуда она взялась? Интересно. Это я вообще не понимаю, откуда здесь может взяться эта хвостатая мышка. Так, 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 так. Она меня двигает, пап, она двигает меня. А что она тебя двигает? Она трется, их уже две. Какого? Откуда? Это ты делаешь, это ты ставишь. Сейчас я поставил. Итак, крыски, все за мной. Смотри, эти крыски слушаются меня, они ходят за мной. Папа, ты крысиный король. Ну, ну, дочка, что ты такое говоришь, маленькая тертяка? Чисто троллим тебя. Нет, 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 смотри. О, мне нравится эта концепция. А ты где такие флаги взяла? А я тебе не скажу. А как они называются, дочка? Я не могу они увидеть. Называются «Папочка губу закатывает». Смотрите, маленькая тертяка уже бомбит. Мне нравится, как она бомбит. Так, продолжаем троллить маленькую тертяку. О, смотри, я нашел точно такие же, даже круче. Ну все. Нет, что-то мне не нравятся эти громоздкие качельки здесь. Я хочу сделать что-нибудь лампово-нежное. Итак, крыски все за мной. Сейчас будем двигать дочку. Так, ну-ка давай, двигать ее, двигайте. Гадство, ну гадство. Просто троллим максимально. Папочка, ну все, короче, не жди от меня успеха в школе. Ничего, так, так давай, двигай ее, двигай, двигай. Все, давайте крыски. Крыски Лариски, давайте ее. Капец вообще. Смотрите, какие. Оп-оп-оп. Крысы, идите отсюда. Смотрите, они вот тебя уходят. Смотрите, какие милые крыски. Ути, какие. Давайте идем, идем. Так, атакуем, атакуем диваны. Сейчас мы их погрызем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, я не могу поставить эту штуку. Давай, крыска, мешай, мешай, мешай. Три крыски застряла, дочка. Что делать? Там три крыски застряла. Ну и пусть сидят. Так, давайте двигаем, дочка, давайте двигаем, двигаем, двигаем. Блин, ой, сейчас его в бассейн давайте столкнем. Ну-ка, давайте, давайте. Давайте всех вас столкнем в бассейн. Блин, оп, это вообще оп, шикардос. Так, оп, ладно. Нам надо дальше заниматься строительством. Так, что он там делает? Ох, что делает? А вот секретики. Секретики, рулетики. Ты тупишь мои диванчики. Ну ладно, я тебя просто троллю, маленькая тертяка. Они же промокнут и прокиснут. Промокнут и прокиснут. О, смотри, крыски плавают. Пусть уплывают. Па, чё они меня трогают? Скажи, что не трогали. Ладно, ладно, крыски, трогайте ее. Да блин, я тебе сейчас крысиным хвостом ударю. Все, ладно. Так, хватит троллить, короче, мы продолжаем дальше строить. Короче, друзья, мы немножко строим, немножко троллим. Так, здесь душ пусть будет. После плавания в океане можно помыться. Ничего чтобы себе быть солеными. Ничего себе. Как твои слезы, папочка, после серии. Ну блин, капец. У меня нет слез. Че ты обманываешь? Будут. Капец, страшно. Мне страшно, друзья. Мне страшно. Страшно, вырубайте, ребятушки. Так. Оп. О, смотри, у меня тут можно будет наблюдать за океаном. Так. Ох, как. Да, красивенько. Неплохо. Красивенько, неплохо. Смотри, кстати, дочь, как я сделал концепцию. Иди сюда. Ты где там? Так. Ты занавесочки занавесил? Да, смотри, как он. Занавесил. Такой, заходишь, моешься. Ничего, мне нравится идея, кстати. Дочка, так, ну-ка. Посмотрите, теперь дочка с меня тырит. Капец во всем. А что, папочка, ты думал, ты один, что ли, можешь так сделать? А вот он, нетушки. А вот так можно было. Ну, отойди, во-во, смотри, во. Круто? Да, ну я хочу просто так сделать, вот. Капец, дочка теперь у меня идейки тырит. Ну ладно, ей можно. Так, ладно. Замечательно. Кстати, а какого цвета это? У тебя лаки-блок это? Это лаки-блок, да. Окей. Так. А что такие? Нет, ничего, ничего такого. Может, только сделать, чтобы было красиво. Так, ну-ка. И куча печенечек, погодите. Не знаю, зачем, но мне кажется, так будет красиво. Печенье.
Очки печенек много не бывает просто. Да. Да. Так, все, поставил там арочку. Нет, стражные занавески, не нравятся мне. Смотрите, там что-то выбирает маленькая чертяк. Ты не думай, ты не рассуждай. Я буду, папочка, в отличие от тебя. О, ничего себе, смотрите, а какая. Кстати, смотри, дочка, что тебе подойдет вообще шикарно. Смотри, я помогаю тебе. Смотри, оп. О, фламинго, я забыла совсем про фламинго. Смотри, фламинго арабик. О, ничего себе, а что это за листва такая? Листья острой рощи. Это же СКП номер 143. Какой СКП? Это СКП. Да? Да. Попробуй к нему прикоснуться, дочка. Давай, выйди из креатива. Ну ладно, сейчас попробуй. Смотрите, друзья, это СКП. Ну-ка. Так. Подойди к ней. Залезь на нее, да. Ничего не происходит? Не. Короче, друзья, это СКП. По идее, у него самые острые листья, как лезвие. Они должны, короче, это... колоться. Но они, кстати, исчезают, смотри, дочка. Ну, они не все же исчезают. Ну, а нет, все потихоньку. Да, да, кстати, такие красивенькие. Не знаю, дочка. Там а вроде... если я поставлю внизу вот это, вот тут вот землю, а дальше прощу. Не-не, тут, по идее, надо дерево маленькое поставить. А, надо дерево поставить. Давай. Сейчас, ну-ка, вот так. Так. Сейчас попробуем. Вот это дерево, на... ой, а что мне растет? Вот. Ну-ка, крыски так. Отошли. И на них, на дерево прям, да? Да, и вроде бы не должно быть. Так, ну-ка. Так. И вроде бы будет все окей. О, у меня красивая перегородка из листвы. Ребят, смотрите, как красиво. Вау, да, реально классно. Смотрите, вроде не исчезает, да, дочка? Да, вроде не исчезает. Отлично, мне нравится, прям красиво. Ну-ка, сейчас вот здесь поставлю, просто проверим, она будет исчезать или нет. Так. И это тоже не исчезает, дочка. Не, ну это будет исчезать, а это не исчезает. Сейчас подождешь, увидишь. Ну, давай посмотрим. Туалет. Давай, пока туалет... О, ничего себе тут. Туалет в розовой роще. Отлично, просто замечательно. Да, благоухание. А, что так... О, ничего, где ты такой душ нашла? Нифига. Смотрите, друзья, можно вот так вот зайти. Так. Я помогаю дочке, закрыться, короче. И помыться. Ничего себе. Ну-ка, а что еще есть? Ну-ка, так, ну-ка, сейчас посмотрим. Так, ну-ка. Ну-ка. Ну, мне очень нравится то, как вот это все выглядит дело. Ну да, няшно. Так, ну вот это возьмем. Няшно-поняшно. Так, и напоследок надо поставить кучу светильничков. Вот здесь можно тебе поставить часики, чтобы тот, кто купается вот здесь, не забывал про времечко. Потом вот здесь можно, смотри, что поставить, вот такую, ой. Папочка, знаешь что, по-моему, ты забыл про свой домик. Ну мне теперь понравился твой, я хочу... О, смотри, прикол, вот здесь будет, короче, светильник около туалета прям. Не, я решила поставить вот такие светильники. А, ну кстати, так, красивые. А ты можешь потом выключить ночь? Ой. Ты можешь выключить ночь? Да, дочка, мы можем выключить. Сделать, короче... И ночь выключить, и день, и все что угодно. Давай. Сейчас, что ли? Да. Ну сейчас, подожди, я себе, давай, помогай мне сделать что-нибудь. Заходи на мою... Ну сейчас я выгоню крысок из одного места. Ничего себе там. Они мне мешаются. По-моему, отличные крыски, зря ты на них гонишь. Ну не мешай, мне поставить светильник. Ой, па, я утонула. Ты где там, дочка? А, вон ты где. Так, ну-ка, ладно, крыски, так уж давайте. И быть, сейчас я их уберу. О, вылезли, все, я могу поставить. Отлично. Так, сейчас я уберу этих маленьких мышат. Так, ну-ка, пойдемте. Оп. Одну оставлю. Так, ну все должно светиться, в принципе. Давай теперь мою сейчас доделаем и тоже вырубим. Давай. Так, ну что, папочка, что тебе тут можно сделать? Ничего. Ничего, как обычно. О, диванчик и тут вот. Оп. О, что такое? Не знаю, флаг какой. Вау, прикольно, смотри. Прикольный. Вот так вот. Вот так вот будет. Вот так. Давай еще один поставим. Так, ну-ка, а еще, ну-ка, сейчас. Голубой. Цвет какой-нибудь нам тут. Так, давайте попробуем. О, что такое? Голубой наблюдатель. Вау, ничего себе. Так, ну-ка, интересненько.
Это интересненько. О, смотри, дочка, голубая конфета, смотри. Хочешь? Ну-ка. Вау, хочу, ну-ка, сейчас я ее съем. Давай, дочка, ешь. А мне ничего не будет? Сейчас минус дочка будет. Сейчас посмотрим. Оп. Не, ничего нет. Сотри, кстати, сотри. Ух ты, это прозрачные блоки? Да, голубые прозрачные блоки. Как офигеть тебе? Офигеть. Папа, такая, так. А есть розовые? Вообще-то есть. Да, есть, пожалуйста. Давай. Такие же? Да. Не, не дам. Ну ладно. Ну, выбирай либо такие, либо вот такие. Есть два. Два вида. Вот это мне нравится. Я вместо вот этих поставлю вот эти. О-о-о. Ну да, они такие более нежные. Да? Да. Так, оп, и все. Замечательно, шикарно. Такая, блин, ашка. Тут не вмещается стекло, а так. Может, здесь вместится, так. Ага. Ну, блин, не помещается почему-то. О, отлично. И вот туточки. Оп, 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 оп. Ну, сейчас посмотрим, бабушка, что там. Ну-ка, что там? Дочка надела. О, прикольно, прикольно. Прикольно, да? Вот сейчас еще здесь поменяю. Ой. Слушайте, друзья, смотрите, как лампово вообще получается. Очень максимально лампово. Очень максимально просто. Так, здесь, здесь. И главное, смотри, наша роща вот эта не исчезает. Да, мы раскрыли секрет дерево, как можно. Да. Да. Так, ну-ка, что-то, блин, сложно окна менять, когда ты под водой. Ну, дочка, а как ты хотела? Я хотела, чтобы все было изи. Изи никогда не бывает. Так, проверяем, проверяем. Проверяем, нет? Проверяем. Так, я делаю таймсет 15 тысяч и... Вау. Что, светится? Да. Что, правда? Да. Вау, красиво. Я вон тоже себе тут поставил. Оп. Шикарно просто, ну шикарно. Да, вообще, кстати, очень, смотрите, обалдеть, друзья, вот это вообще очень красиво. Смотрите, есть печеньки у маленькой чертяки, пикачухи, замок, альпаки. Альпаки, цветочки, все, мышек, правда, надо убрать. Не надо их. Бассейн для меня. Ну, днем тоже очень красиво, прям очень-очень. Да, днем тоже красиво, папочка. Ну все, а у тебя что, ну-ка? Ну вот, вот так вот, вот так вот. Кроватки, диванчики. На этот раз чертяка круче сделал. Вот эта листва просто тащит. Маленькая чертяка, короче. Ну все, приловчилась, короче. Прокачала скилл строительства. Ну вообще, дорогие друзья, ставьте лайк. Да, ребятки, за то, что папочка меня похвалил за мой домик и за его классную комнатку, тоже лайк поставьте. Да, да, да. И все, в общем, все, подписывайтесь на канал. Пишите разные комментарии, свои предложения, пожелания, как можно строить. Мы все читаем, да? Да, мы все читаем, все комменты. Да, все, всем пока-пока! Ей, панкусики!